ми з вами за ці два дні будемо мати три таких яскравих репортерських чи репортажистських, як казав вчора Ігор Мєчик, досвіди. Польський, російський і тепер український. Анастасія Рінгіс, журналіст «Української правди» і тепер ще й ведуча «Першого національного». Дивіться її там, рекомендую, я вже подивився кілька випусків, як називається, сорі? «План на завтра». «План на завтра», о. Пам'ятаєш, що щось на боку П? Дуже цікаво. Але поки що ми слухаємо про досвід Насті з репортажу. Настя. Всім добрий день. Мене звуть Настя Рінгіс. Взагалі я кримчанка, і якщо ви не проти, буду розмовляти російською мовою. Мені дуже соромно, але тому що я працюю, пишу російською. І буду, щоб не переходити і не робити помилок, дуже не люблю помилки. Я декілька слів розкажу про себе. Я закінчила Гурзувську школу, потім навчалася в Санкт-Петербурзькому державному університеті на факультеті журналістики. І насправді я вам дуже заздрю, тому що у вас такий... Така модель освіти, яка дуже сучасна, і вона насправді це насправді я вважаю, що журналістська освіта має бути. Це не повинно бути 5 років, тому що із всього свого досвіду в Санкт-Петербурзі я запам'ятала тільки майстер-класи. У нас дуже часто бував у гостях Парфьонов, він теж випускник мого факультету. Тому я дуже рада, що ви мене запросили, тому що це ознака того, що я досягла якогось певного професійного рівня. Ну все. В общем, репортаж, скажу вам чесно, это мой самый любимый жанр, и у нас в стране, я не знаю, согласится ли со мной Атар, у нас не так много хороших репортеров, не репортеров, которые ведут репортажи из парламента, потому что почему-то вот в Украине принято считать, что репортер это обычно парламентский репортер. Я имею в виду репортеров, репортажистов такого очень широкого плана. Для репортаж это такой жанр, который требует очень широкого кругозора, очень сложившегося мироощущения и психологической устойчивости. Почему это важно, я буду вам по ходу рассказывать. У нас есть 3 часа. Я очень рада, что вас так много. Не думала, что так много людей придет меня послушать. Репортаж это такой жанр, в котором вы не можете стать хорошим репортажистом в 20 лет и, возможно, даже в 25. Этот жанр требует ваших компетенций, вашего такого внутреннего глубокого дискурса, дискуссии. И рано или поздно каждый, если вы ставите себе за цель стать репортером, это не очень благодарная работа, но это очень интересная работа, потому что вы, в общем-то, занимаетесь все время собой и обустройством своего внутреннего мира, потому что каждый репортаж — это постановка какого-то вопроса, попытка понять какое-то явление, и это то, что вас очень сильно развивает. Самые интересные люди в моем окружении — это репортеры. Не знаю, встречались ли вы вчера с Павлом Каныгиным, он... В общем-то, да, должен был быть здесь. Мы часто с ним пересекаемся в разных городах. И, в общем, это правда интересная профессия, она довольно редкая. И почему-то вот в украинской журналистике пока еще нельзя сказать, что есть какая-то вот украинская школа репортерская. Я надеюсь, что со временем вы ее сформируете. Я, когда говорят, коллеги шутят, едешь читать мастер-класс, чтобы плодить конкурентов. Так вот, я вам честно скажу, я рада любой возможности плодить конкурентов. Украине нужно больше журналистов, больше репортеров. Нам нужно очень активно, нам надо много работать, потому что осмысливать процессы, которые происходят в стране, нам придется еще очень многие годы. Ну, в общем, такое вступление, да. Вчера, еще одну ремарочку, вчера записывала очередной проект, очередной эфир моей программы «План на завтра». Это программа про будущее людей, которые его уже
создают. И вчера общалась на тему видения будущего с философом Сергеем Датюком. И вот моя программа, я уже записала 8 эфиров, и каждый мой герой, он говорит, что будущее Украины вот такое, и вот мы должны сделать сейчас вот это, для того, чтобы оно было позитивным. А вчера пришел философ Сергей Датюк и сказал: ты знаешь, Украина никогда не была своего будущего, потому что вот мы находимся в таком месте, где просто территориально мы так расположены, где конкурируют очень разные визии будущего. Архаичная визия России, значит, европейская визия. И вот нам очень сложно в этих обстоятельствах сформулировать, что такое будущее Украины. Каждый раз, когда подрастает поколение интеллектуальное, которое способно это сделать, у нас происходит какой-то там катаклизм, да? И вот украинцы, они, как по версии философа Сергея Датюка, они очень к теме будущего относятся очень осторожно, потому что в нашей стране принята стратегия выживания. И вот мне кажется, что вот вы, УКУ, это для меня такое место, где происходит процесс образования элиты, да? Такая фабрика. И хочу сказать, что очень ценю это учебное заведение и ценю журналистов, вижу, как вас, сколько в вас вкладывают, и, в общем, надеюсь на сильную конкуренцию, да, со временем. Плюс, конечно, «Украинская правда» нуждается в авторах, поэтому, если вдруг у вас будет желание, обязательно записывайте мой имейл. Мы с большим удовольствием работаем с студентами, ну, вообще с хорошими авторами, потому что тут как бы статус студента или работающего журналиста для нас абсолютно не важен. Для нас важны тексты, идеи, интервью. Вот, и вернемся к репортажу. Я выбрала несколько репортажей, и на примере этих репортажей буду рассказывать, почему тот или иной опыт для меня был... Ага. Слушай, Атар, прости, а я же забыла спросить про интернет. Ага, интернет. Выбачь. Без проблем. Да? Подключу. Что не подключится? У тебя є дірочка для шнурочка? О, підключу. Так, я. Я не знаю, почему Атар решил меня пригласить прочитать лекцию по политическому репортажу. Видимо, потому что... Да. Видимо, потому что было бурное лето, и много было поездок в Чернигов, где была баталия между, как вы знаете, между президентским Сергеем Березенко, между представителем блока Петра Порошенко и Корбаном. Это само по себе было очень интересно. Вот, видимо, поэтому я здесь буду говорить про политический репортаж, хотя на самом деле разница между политическим и неполитическим репортажем, она очень условна, просто это контекст, в котором вы оказываетесь. О, я вот решила репортаж, который... Что важно в работе репортера? Ой-ой, сильно, да, кричу. А это тоже работает, да? Смотрите, вот если что-то происходит в стране, и у нас встает вопрос в редакции, кого послать, всегда посылают меня, потому что я специалист, поедь туда, не знаю куда, привези то, не знаю что. Для репортера очень важно быть человеком с очень гибким умом и себя легко перемещать из одной среды в другую. Вы помните, да, ситуацию с Юлией Тимошенко, как ее, в общем, посадили. И этот репортаж я писала из поезда. Это происходило с воскресенья на понедельник. Ее этапировали в Харьковскую колонию, Качановскую. Надо было очень быстро съездить и посмотреть, что там происходит. Я взяла этот репортаж, чтобы, вот на самом деле, ради нескольких фактов. Очень важно, работая репортером, подмечать такие детали, которые, ну вот, они сами
детали, которые очень четко отображают атмосферу. Я приехала на место событий, это Качановская колония, куда этапировали Тимошенко в 6 утра, и увидела картину, как к Качановской колонии подгоняют фуры. Ну, как бы там вообще глухой тупик, и, наверное, в городе есть другие места, где можно парковать грузовые машины, но почему-то руководство города решило именно туда подогнать фуры. И эта деталь, она на самом деле очень многое показывает. То есть, чтобы не допустить в городе каких-либо волнений, связанных с арестом Тимошенко и ее посадкой, они сделали все возможное, чтобы небольшую площадь перед колонией заставить машинами. И это, ну вот как бы в этом репортаже, это одно из таких вот атмосферных вещей, которые очень многое поясняют отношение власти к происходящему. Вот, рядом с Качановской колонией я, собственно, полностью слушаю разговоры женщин, и через эти разговоры показываю, на самом деле, отношение людей к посадке Тимошенко. Так, вот. Это к вопросу о том, всегда на место событий нужно приезжать чуть-чуть раньше, потому что можно увидеть нечто интересное, как вот фуры, которые по-режиссерски паркуются возле места событий. Нет никакой логики в том, как я отбирала репортажи. Я просто... Это такая временная хронология, потому что каких-то особых критериев не использовала. То есть связи как логической не пытайтесь. Почему сначала один репортаж, потом другой. Вот еще один репортаж. Вот ездила как-то, писала про цыганские табора. Почему? Это не политический репортаж, это такой... скажем, такой социальный репортаж о жизни цыганских таборов. Почему я вдруг заинтересовалась этой темой? Мне как-то вот показалось, что украинцы очень похожи на цыган. Я прожила несколько дней в цыганском таборе, а потом в цыганской деревне, в цыганском селе. И разговаривая с этими людьми, я вдруг пришла к выводу о том, что там, где цыганские табора, туда, куда пришли протестанты и очень активно вели свою проповедническую деятельность, эти цыганские табора смогли социализироваться. То есть проблема с цыганами в том, что они не могут социализироваться, у них есть традиция, в рамках которой они, в общем-то, и живут. Те цыгане, которые социализировались, они прошли такой путь, я называю такой ментальной перепрошивкой, через протестантскую религию, через протестантскую этику. И в конце концов для меня этот репортаж был на самом деле историей про Украину, потому что некие наши традиции, наше традиционное представление, понимание того, как устроен мир, да, наш патернализм, это тоже что-то вот из этих традиций, от которых нужно отказаться и пройти определенную перепрошивку. Вот, собственно, каждый репортаж, иногда ты едешь на место событий, чтобы потом рассказать про это, про какое-то событие, а иногда ты едешь на место событий, чтобы посмотреть вглубь какого-то процесса, да? И вот такой асоциальный образ жизни ромов, да, он меня натолкнул на мысль о том, что вот между нами очень много общего. И нам точно так же, как цыганам приходится вот входить в протестантскую этику, нам точно так же приходится вот через европейские ценности приходить к некому новому образу жизни. Если у вас есть какие-то мнения, которые... Да, пожалуйста. Да, у меня питание сразу. Ну, цыганский табор. Я без полковании бывал у вас. О, отлично. Сейчас я тогда вернусь к этому. Дело в том, что в цыганском таборе цыгане вообще очень гостеприимные люди, и общение проходило спокойно, то есть на меня не вешались дети, никто не просил у меня денег. Мне самыми такими активными моими
комментаторами в цыганском таборе стали волонтеры, которые там, волонтеры-иностранцы, которые на 2 недели приехали, чтобы тоже, как и я, пожить в цыганском таборе. И, в общем-то, попробовать как бы достучаться, привнести этот глобальный цивилизованный мир. Они обучали детей английскому языку, причем дети очень талантливые, они все очень быстро схватывают, потому что у них музыкальный слух развит, и они все очень смышленные люди. И это на самом деле печально, потому что, когда ты понимаешь, что у всех этих людей, которые вокруг тебя, они все хорошие. Я как бы против вот установок, что там цыгане торгуют наркотиками, я этого не видела. Или, ну, есть ряд установок негативных, да, связанных с образом жизни цыган. Ну и режиссер Кустуриц многое нам рассказал про то, как устроена цыганская жизнь, как минимум в там, Сербии и Румынии. Вот эти волонтеры для меня были очень важным показателем того, что вот волонтеры-иностранцы для меня стали таким отражением того, что украинское общество просто, мы на самом деле не идентифицируем вот эти вот социальные группы, которые нуждаются в нашей поддержке. Мы тоже не очень развитое общество, чтобы идентифицировать и как-то суметь им помочь. Вот, в общем, другие люди становятся частью твоей истории. Каждый раз, когда ты едешь, чтобы писать репортаж, я просто иногда сажусь в поезд и вот чувствую, что вот как бы мой пазл складывается. Чуть дальше несколько репортажей будет из Крыма, и я вам тоже покажу, как иногда невероятным образом притягиваются герои, которые тебе помогают понять, что же происходит вокруг. Есть еще вопросы? Можем обсудить. Сколько времени вам потребовалось на то, чтобы написать репортаж? Ну, сколько вы времени там провели? Я там провела 4 дня, а текст писала... Я текст пишу быстро, когда ты понимаешь, когда ты вот суть нашел. Иногда это бывает с самого начала. Ты приезжаешь в какой-то город или попадаешь в какую-то ситуацию, откуда ты хочешь написать репортаж, и тебе сразу понятна красная линия, красная нить. А иногда тебе нужно побыть в этой атмосфере некоторое время, потому что очень часто наши герои, они немного манипулируют нашим вниманием, нашим мнением, особенно когда речь идет про политический репортаж, там все пытаются тебе немножко добавить, в общем, немножко повлиять на то, как ты воспринимаешь ситуацию. Тут нужно очень четко понимать, задавать себе ряд вопросов, да. Что касается вот таких поездок, там вот просто первый пласт, он очень эмоциональный. Поэтому в этом месте с одного дня репортаж не напишешь. Надо ехать, сидеть и вот как выжидать. Оно как бы вот раз и прорастает. И ты понимаешь, все, история у тебя складывается. Потому что вдруг появляется какой-то герой, который вдруг начинает говорить такие слова, от которых у тебя мурашки идут. И ты понимаешь, что ты ради этих слов, собственно, и приехал в это место, чтобы послушать этих людей. Да, вот. Каждый мой репортаж, на самом деле, вот, понимаете, интервью или какой-то текст, над которым ты работаешь долго, он, конечно, оставляет в тебе какие-то пласты, это каждый кирпичик твоего понимания реальности. Но репортаж — это самый лучший способ вот, понимать. Украина, она складывается из мест, куда я приехала и написала репортаж. Вот если я 3 раза была в Мариуполе, это для меня очень родной город. То есть я очень хорошо понимаю корневую систему, да, и кто занимает, и как расписаны роли в этом городе. Вот. Также я люблю Львов, я из Львова не писала репортаж, но вот думаю, хороший повод сделать, написать про УКУ. Потому что УКУ — это, конечно же, ну, такой вот, как я говорила, мощный тренд, и такое место, где действительно мы вот смотрим УКУ, Могилянка и еще пару, Острожская академия, мы смотрим на эти места как на, знаете, вот как на инкубаторы. Вот для меня люди, которые закончили учебное заведение, для меня это очень мощный сигнал на ценностном уровне, на таком вот понятийном. Хорошо. Есть еще вопросы вот по ромам? Нет? Ну тогда поехали дальше. Там я как раз отобрала 15
О, значит так, репортаж из Тернополя. Вы помните, была ситуация, когда у нас был свиной грипп? Да. Помните, да? А кто же что помнит об этой истории? А помните, были закупки лекарств очень дорогих? Да, и потом... А есть вот понимание, был ли свиной грипп или не был? А был ли мальчик? Ну, да, мне вот... Кажется, это было политическое. Это был политический грипп, да. Но так просто писать это нельзя, что это был политический грипп. Но можно написать на эту тему, поехать и посмотреть, как это было весело. Вот, например, у меня была, конечно, мысль заранее выделить какие-то абзацы, но, в общем, будем так вот по тексту, да. Вот я приехала в Тернополь и вижу, как люди, значит, по городу ходят в масках. Но это довольно странно, потому что, в общем, маску нужно одевать только в помещении. Вот много историй про то, как люди друг другу пересказывают, что в городских больницах очень много больных, а врачи уже некоторые даже поумирали от свиного гриппа. Вот. Но мы заехали в больницу, мы там такого не нашли. И вот тут как бы ажиотаж, а потом приезжает госпожа Тимошенко. Да. Вот, в здании санитарно-эпидемиологической службы города переполох, как в гоголевском городе Н. К вечеру в Тернополь прибудет ревизор, премьер-министр Юлия Тимошенко. СЭС готовится отчитаться. А масок в тот день вообще в городе невозможно было купить, потому что все маски были раскуплены, я так подозреваю, что на долгие годы вперед. Тимошенко, во второй половине дня центр города замирает. Дело в том, что вот я думаю, что это была такая вот информационная спецоперация, необходимая для поднятия рейтинга конкретно Юлии Владимировны. И, в общем, спецоперация удалась, потому что журналистов на самом деле очень легко убедить в тех вещах, которые касаются науки или медицины. Мы ничего не понимаем, и поэтому если какой-нибудь уважаемый профессор, или, а лучше два, может быть даже три, начинают в унисон говорить, предъявлять какие-то факты и мнения, то мы обычно этому верим. Потому что, к сожалению, вот какого-то, некой экспертизы для верификации научной медицинской информации у нас нет. Поэтому приходится верить, но можно иногда смотреть им в глаза, и если они хитро улыбаются, то обязательно об этом писать. Значит, вот, чиновники с тревожными лицами при входе в здание достают из карманов маленькие марлевые повязки. Тимошенко требуется всего 11 минут, чтобы описать ситуацию, и премьер-министр заверяет, что эпидемия причислен третий класс угрозы, и со свиным гриппом из бюджета выделили еще 500 000 000 гривен. Ну, я думаю, что это вот ключевое, ради чего, в общем-то, и создавался ажиотаж вокруг гриппа. Да, этот репортаж я писала тоже за один день, просто вот ты приезжаешь на место событий, тебе нужно быстро отсканировать ситуацию и отобрать те истории, которые максимально объективно показывают, что в городе происходит. Вот. И в таких текстах не должно быть каких-то лишних рассуждений. Мне, знаете, вот я всегда работала в журналах, и у меня там всегда был как бы вот журнальный текст, он не должен превышать 8 500 знаков. Я всегда жаловалась, что, понимаете, у меня все мои герои в бачок как будто бы на, значит, классные фотографии. Мне так не хватает места. Сейчас я работаю в онлайн-издании, где я могу писать, позволить себе большие репортажи писать. Иногда, когда я их перечитываю, думаю, господи, зачем вот это? И вот эти факты. Репортаж, он должен быть упругим, он должен быть стройным. И даже если он будет чуть короче, но будет по смыслу, это гораздо лучше, чем если вы натащите и таких фактов, и вот и такой атмосферы. Сферы. Нужно определиться, в чем история. Вот этот вопрос вы должны, если вы пишете репортаж, каждый раз себе задавать. О чем эта история? И так надо уметь. Вот, когда вы готовы писать репортаж, это когда вы на этот вопрос, в чем история, можете ответить двумя предложениями.
вот тогда все, садитесь, пишите репортаж, потому что вот этого интеллектуального целлюлита и лишних рассуждений в тексте не будет. И вот когда некоторые истории требуют длительного пребывания на месте событий, а вот такие истории, как вот в Тернополь приехал Гриб и Тимошенко, они вот требуют скорости. И ты вот на скорости должен еще и держать фокус внимания на том, что происходит в городе, как город воспринимает ситуацию, как чиновники на это реагируют. И потом очень быстро отписаться. Ну, хотя вот есть иногда репортажи, которые все-таки требуют большей рефлексии, но об этом чуть-чуть позже. Я сама очень люблю затянуть время, мне никогда не хватает, я очень редко сдаюсь вовремя и всегда пишу, уже, знаете, начинаю ранним утром, а заканчиваю поздней ночью. Репортаж про одно село, забавное. Тексты эти писались до кризиса и до Майдана, поэтому вот в тот момент меня очень волновали люди с, как бы так, альтернативным образом жизни. Я себе это так обозначала. В этот альтернативный образ жизни входили экопоселенцы и дауншифтеры, вот как бы такие тренды. Люди, которые пытались создать, вот имели некое свое представление о том, как и где можно прожить свою жизнь. Кануть в Летаву, есть такое село Летава, оно находится в Каменец-Подольске. И это село, оно известно тем, что там живет до сих пор в марксизме-ленинизме. То есть это настоящий колхоз с ровными дорогами, колхоз, в котором... Если вы захотите, я потом весь этот список репортажей вам просто перешлю куда-то, или вот Атар вам расшарит. Этот текст я выбрала неспроста. Мне хотелось показать, вот, знаете, сейчас идет процесс декоммунизации, десоветизации. Мне кажется, это очень правильный процесс. Правда, опять же, с этим процессом немножко опоздали, но тем не менее мы так или иначе его будем переживать, когда постепенно будем демонтировать эти памятники советской культуры, советской истории. Это история обратная, что есть вот некие категории людей, их невозможно переселить в настоящее. И для них как бы вот их реальность, она такая вот хорошо законсервированная прошлое. В этом прошлом им очень комфортно, у них правда работающий колхоз. И там все у них, в общем, хорошо. Это забавно, это просто село, которое как музей, туда можно приезжать, чтобы послушать, о чем говорят люди, потому что на самом деле об этом говорят во многих городах и регионах Украины, но там это просто концентрат советского образа мышления, причем не в самом худшем его проявлении, а где труд — это большая ценность, прям как в протестантизме. И, в общем, такое село, оно вот позволяет на самом деле задать какие-то вопросы. Это не значит, что эти вопросы я пишу большими буквами, это просто очень тонко по тексту. Это очень тонко по тексту я стараюсь распределить так, чтобы у читателя, у самого появилось желание эти вопросы либо озвучить, либо найти ответы, посмотрев вглубь себя. Вот, в общем, так, вот такая забавная история. И, к сожалению, не открываются почему-то фотографии. Как только я ушла из фокуса, все стало работать хуже. Я шучу, конечно. Я просто вот немножко вначале подобрала, так как у нас 3 часа, и мы только начали, я подобрала такие репортажи, чтобы вы понимали, что вообще репортаж — это не всегда там центр мира. То есть классный репортаж можно написать даже, ну вот, из другого места мира. Когда ты имеешь цель, ты едешь туда ради чего-то и готов этот контекст, в этом контексте порефлексировать, что все это значит. Вот еще один репортаж «Back to Artek».
Это я написала, ездила просто вот, как одно время меня очень интересовали обломки Советской империи, вот как бы, как они, как обломки Римской империи, как они обрастают некой другой идентификацией или не обрастают. Вот, например, Артек, я поехала и написала репортаж из Артека, и там, что? Я из Гурзуфа, да, Артек рядом. Ну да, да, это прекрасный вариант совмещать работу с отдыхом. Почему я писала про Артек, я не совсем помню, там просто был какой-то скандал, и, в общем, я решила поехать и написать про артековскую субкультуру. Там дело в том, что Артек — это такой стратегический объект, в кавычках. Каждый раз, когда приходит новый президент, избирается новый президент, сразу меняют почему-то директора Артека. И вот это, видимо, была история, когда поменяли нового директора, лагеря назначили. Я вот ехала, ездила посмотреть жизнь в Артеке. Потому что этот лагерь, как вы знаете, все время скандалы вокруг него, потому что это такая махина, очень в советское время была фабрикой комсомольцев и пионеров, и пионерии. А сейчас вот, место очень привлекательное для различных схем, то есть все время... Каждая новая администрация Артека, она предпринимает какие-то шаги по тому, как бы вот, немножко его поделить, потому что территория Артека только по берегу моря, по-моему, протяженность 6 километров. То есть это все пляжи, и это очень красивое место. Вот, поэтому можно ехать куда-то и уже на месте соображать, что происходит. Вот еще, уже потом дальше перейдем к политическим репортажам, а сейчас вот еще один из последних. Это репортаж, как я говорю, можно прийти незнамо куда и вот как бы попытаться. Я написала репортаж с тренинга по тайм-менеджменту. Мне... показалось, что это забавно, что люди учатся эффективно использовать свое время. И мне кажется, что это очень важный тренд, который, вот, в общем-то, показывает запрос. Да, я говорю, что вот у нас сейчас живем в очень интересное время, когда в нашей стране как бы вот несколько Украин одновременно. Есть советская Украина, есть постсоветская Украина, есть какая-то новая европейская Украина. И вот... раньше, когда я работала в «Фокусе», и никто не заставлял меня писать политические репортажи, я часто ездила в разные странные места, где, из которых очень четко можно понять, а что происходит с обществом. Да? Для меня вот репортаж — это такой инструмент. Когда ты едешь в табор, а на самом деле думаешь, ну как бы вот для тебя цыгане — это только атмосфера, в которой ты понимаешь, что ты такой же цыган. Тебе точно так же нужно учиться европейским ценностям, чтобы иметь шанс на будущее, которым я сейчас очень обеспокоена, о чем я вам вначале говорила. Так, и вот репортаж по тренингу, с тренинга по тайм-менеджменту. Это очень хорошо развивает мозги. Пойти в какое-то странное место, а потом пытаться об этом написать. Я вам рекомендую куда-нибудь сходить и попытаться написать репортаж, потому что это не всегда так просто, как кажется. Очень часто люди путают, особенно начинающие журналисты, почему-то считают отчет о командировке репортажем. Но репортаж — это нечто иное. Да? В репортаже ты очень свободен рассказывать историю, и я люблю жанр, который позволяет тебе максимально высказаться, причем тебе не обязательно писать «я так думаю», ты просто общаешься с теми, кто разделяет твои взгляды, твои мысли, и это такое, ну, это не всегда отображение реальности, это еще всегда попытка как бы раз схватить какой-то другой, следующий уровень, да. Вот, в общем-то, этот репортаж я писала специально для того, чтобы заставить некоторых моих людей, друзей, очень эффективно использовать свое время. И этот репортаж основан, по большому счету, на моем личном опыте и общении с теми людьми, которые пришли, в общем, обучиться искусству управления собственным временем.
и тайм-менеджментом. Я надеюсь, что я потом вам перешлю, и, может быть, вам это будет интересно, и вы с удовольствием почитаете. Вот. А как ты его обґрунтували редактору цю тему? Не было якихось питань розв'язаних, чому тайм-менеджмент? У меня просто, когда я работала в «Фокусе», я была специальным корреспондентом, и одна из немногих имела возможность не ходить в редакцию. И даже когда я приходила в редакцию, то Пикин говорил: «О, у Рингес кризис жанра, иди отсюда». И у меня была просто свобода выбирать тему. А так как моим редактором был Игорь Тупикин, то он мне всегда с большим доверием говорил: ну ладно, раз ты считаешь, что это важно, это, наверное, очень важно. А сейчас Игорь Тупикин один из ведущих на радио «Аристократы». Очень талантливый журналист, который умеет, очень талантливый редактор, который умеет дать такого пинка, после которого летишь и думаешь, что ты всю жизнь так летаешь. Вот. А потом как бы этот эффект проходит, и нужно прийти к нему, чтобы он еще раз тебя пушнул куда-нибудь. Я вот пытаюсь, знаешь, в лиде прочитать, почему же я туда пошла. Ну, в Украине приживается культура управления временем. «Фокус» испытал на себе эффективность тайм-менеджмента. Вот, в общем-то, как-то так. Ну, так как я из нескольких, побывала на нескольких тренингах, то это, конечно же, не реклама. Ну, у меня не было таких никогда вопросов, почему вы об этом пишете, потому что даже про друзей я всегда пишу очень нейтрально, так как будто бы с ними не дружу, за что они очень часто обижаются на меня. Так, в общем, значит, в «Украинской правде» я работаю редактором УП «Життя», но это очень условно. В «Украинской правде» все занимаются всем, и новости пишут, и всякие репортажи делают, и обязательно делают, стараются писать хорошее интервью, ну, потому что это все-таки, знаете, если вот во всех предыдущих редакциях, где я работала, мой рабочий день все-таки был не нормирован, но хотя бы у него были рамки. Когда я пришла в «Украинскую правду» и увидела, что этот чат «Украинской правды» внутренний, он бесконечный, и люди там и в 3, и в 4 часа ночи, и в час ночи. То есть вот работа, ты все время живешь в этом контексте. Вот это событие июля этого года. В Чернигове выборы. Депутатские выборы. Это были внепарламентские выборы только в Чернигове, потому что один из депутатов, он как бы решил выйти. Но все понимают контекст, что президенту на самом деле нужно было больше депутатов, которые проголосуют за Конституцию. И вот, значит, была придумана такая вот ситуация, когда одного депутата ушли, и поэтому появилась возможность в Чернигове провести дополнительно по 205 округу выборы. Что с этим текстом? Значит, это первый текст. Я написала два текста о черниговских выборах. Это первый текст. Как вы помните, это лето, ну вот конец июня, начало июля, мы все очень сильно возмущались по поводу того, как очень нагло и как очень нагло и беспринципно в Чернигове идет раздача гречки. Так, как будто бы не было ни Майдана, так, как будто бы нет АТО. И вот команда Игоря Коломойского, в частности, Геннадий Корбан, они, в общем, нивелировали весь тот репутационный капитал, который им удалось заработать благодаря тому, что они, в общем-то, отстояли Днепропетровскую область. Я не собиралась ехать в Чернигов, я поехала туда по приглашению своего друга Игоря Луценко, он депутат БЮТ. Он сказал: слушай, там какая-то идет провокация со стороны президентской команды, погнали, разберемся. Мы погнали с ним в Чернигов, чтобы разобраться.
А, нет, это, простите, тоже день. Я сейчас просто покажу первый текст, который я писала. Это я просто перепутала ссылки. Мы с Игорем Луценко знакомы с тех самых времен, когда он был активистом. Активистом общественной организации Save Old Kyiv. Я очень с большим доверием отношусь к нему, потому что знаю его как человека, вот я считаю его настоящим политиком. Когда политик — это человек, который приходит из активистов, которым действительно, у которых действительно за что-то болит душа, и они переживают и пытаются своими ресурсами и повлиять на ситуацию. Вот мы с Игорем познакомились, когда мы отстаивали детских площадок, придомовых территорий от застройки. И поэтому у меня все его предложения, типа «поехали, разберемся, в чем же там дело», они всегда у меня вызывают поддержку. Вот, и мы поехали. А Игорь мне не сказал, что он уже вошел в парламентскую группу «УКРОП». Собственно, и что Борис Филатов, его коллега, постоянно ему наяривал и говорил: вот у нас идут провокации, у нас идут провокации. Вот, значит, вы помните, был сюжет про то, как машину с деньгами, Тойоту с деньгами остановили, заблокировали. Значит, эта Тойота с деньгами, она была от кандидата Сергея Березенко, от кандидата БПП. Вот я после второго репортажа, после нескольких дней, проведенных в Чернигове, я сейчас вообще сомневаюсь, была ли эта машина. Потому что в процессе выборов я видела, как Филатов, просто приезжая в на какое-нибудь место, избирательный округ, он устраивал такое шапито-шоу, что очень сложно было отделить, действительно бюллетени куда-то забрали и унесли, или это просто Филатов так сказал, а он очень активно и артистично об этом говорил. Это у меня вызвало очень большое недоверие к команде Корбана, потому что, ну, помимо того, что они раздавали гречку. Значит, вот, вы оказываетесь на месте событий, и обязательно, но политический репортаж, он, конечно, всегда требует, если ты едешь в Литаву, тебе не обязательно рассказывать, что там сложности жизни в этом селе. Ты просто приезжаешь и смотришь: о, там Советский Союз, он во всем. Вот детали, вот люди, вот они это говорят. Когда ты едешь писать политический репортаж, тебе, конечно, нужно хорошо понимать контекст и обязательно в начале репортажа читателю объяснить, в чем как бы суть, да, потому что не каждые выборы заслуживают того, чтобы ты куда-то ехал, чтобы их освещать. А это именно тот случай, когда вся страна внимательно следит за ситуацией в Чернигове. И следит и возмущается. Кстати, больше всего на Корбана и УКРОП, объединение УКРОП, были обижены сами черниговцы. Они брали гречку, но со злостью. И никто как бы не планировал голосовать за Корбана, но гречку брали. Значит, история: Корбан обвинял команду Березенко в том, что они используют админ фальсифицировать выборы. В то время Корбан раздавал гречку, и, в общем, его мотивация получить депутатский мандат заключалась в том, что у него, по-моему, 9 судебных дел на него заведено. В такое место, где ты точно понимаешь, кто может быть твоими основными спикерами, то всегда стоит, конечно, связаться. Я, когда выезжаю на место писать какой-то репортаж, я очень быстро нахожу себе таких гидов по месту. Обычно ими оказываются активисты, волонтеры. Ты просто пишешь в Facebook, что я вот еду туда-то. Друзья, если есть кому что сказать, пишите. Так было несколько раз, когда я ездила в Севастополь, в Мариуполь. И когда я ехала в Чернигов, я точно так же сделала. Я написала что на Фейсбуке, что буду в городе, хочу понять ситуацию. И тут же вызвался местный активист со мной встретиться. Активист действительно оказался... Я прошу, что я напрямую. Да, давай. Нема тут небезпеки, что людина, яка зацікавлена, конечно. Смотри, всегда есть
Этот риск, он есть всегда. Даже твои друзья, о которых ты хочешь писать, они всегда будут хотеть рассказать историю немножко лучше, чем она есть на самом деле. Но тут задача какая? У меня есть как бы моя внутренняя философия. Я всегда на стороне читателя. Даже если я дружу с кем-то, и вот, допустим, я дружу там с Игорем Луценко, но я не могла не написать, что он теперь вошел в укроп. И тут как бы я всегда на стороне интереса читателя. Поэтому отделять свои эмоции от интересов читателя я очень хорошо научилась. У меня очень, я легко переключаюсь. Я могу сочувствовать людям, когда они мне рассказывают историю, но все, когда я ее буду писать, я все равно буду очень отстраненно отображать их историю. Плюс я всегда нахожу подтверждение. Я всегда переспрашиваю. Я очень много переспрашиваю. Иногда есть люди, которым я звоню по много раз и задаю один и тот же вопрос, и только на четвертый, например, звонок, они мне начинают говорить правду. Или где-то вот они раз и что-то сказали, и что-то вот меня... Вообще интуиция, она в репортерской профессии, она настолько быстро развивается, когда ты приезжаешь, и ты вот прям, ты понимаешь, вот это репортаж, а это фигня, вот это репортаж, а это фигня, и тогда же легко, ну, это уже просто оно внутренне... Да. Незнайома людина викликається тебе водити, все одно твоє перше враження буде про це місце, про це. Глазами цього чоловіка, звісно. Це людина упереджена, а це з активістами буває дуже часто, так? Коли вони да. На боці якого-небудь там, ну не чи те, проти якого-небудь місцевого. Ну, смотри, все равно тебе так или иначе придется сталкиваться с несколькими точками зрения. То есть их не может быть миллион. Но есть, например, проявленные диаметрально противоположные точки зрения, и как бы знакомясь с одной точкой зрения, потом знакомясь с другой точкой зрения, ты таким образом складываешь свое мнение про ситуацию. Я очень часто переспрашиваю, скажите, а кто мне еще на эту тему может рассказать? И каждый раз, когда человек сомневается или там дает активно контакты, я всегда или беру, или фиксирую его отношения, потому что в репортаже как бы важны свои эмоции, важны меньше, чем те эмоции, которые ты видишь на лицах других людей. То есть ты в репортаже находишься в позиции наблюдателя, который пытается, в общем, понять, что же происходит, в чем смысл всего этого. Значит, мне очень повезло, мне всегда везет, когда я иду писать репортаж. Я сумела в этот же день, я увидела все сразу, потому что Чернигов маленький город, и сразу же встретилась с Корбаном. Хотя мне сказали, что вряд ли у меня получится записать с ним интервью, но так как мы, в общем... Так как мы шли по улице, и он шел навстречу, и, конечно же, мне сложно отказать, я умею впиться в горло, ему пришлось, да, и вот Борис Филатов вот так вот был очень расстроен тем, что я спрашиваю Корбана. И я просто вот прогнала все общеизвестные вопросы, которые связаны с мотивацией Корбана, да, почему ему нужен депутатский мандат. И вот так вот, и это хорошая часть получилась репортажа, хотя это интервью. Но это тоже репортаж. Это внутри, получается, репортаж и интервью. И, конечно, я поехала в штаб Березенко. Ну, потому что невозможно, да, есть две противоборствующие стороны, и ты должен побывать и там, и там. Ну, в штабе Березенко каждый из кандидатов пытался максимально рассказать, в чем он обвиняет противоположную сторону. И в штабе Березенко мне тоже рассказали много всего на Корбана, а Корбан рассказал много всего про Березенко. Вот. И это Дмитрий Касьянов, глава штаба Березенко. В следующем репортаже он тоже будет. Он показывает социальные угоды. Значит, ключевой упрек, который звучал в штабе Корбана, заключался в том, что агитаторы
работающие на Березинка, подписывали с людьми некие социальные угоды. И якобы эти социальные угоды, они ни к чему не обязывают людей, но тем так или иначе люди считают, что коль они подписали какой-то документ и получили какие-то деньги, по-моему, по 400 гривен они получали, то, следовательно, они обязательно должны отдать свой голос за Березенко. В общем-то, обвинение не беспочвенное. Действительно, у нас не запрещены социальные угоды, но этот психологический фактор, когда люди подписывают бумаги, особенно пенсионеры или, например, малограмотные люди, они, правда, таким образом продают свой голос. Но это, знаете ли, как вот, ну, с юридической точки зрения, как бы вот обвинить не в чем, да, потому что социальная угода, в ней там мелким шрифтом написано, что вы ничем не обязаны, там, тра-та-та. И вот мы действительно посмотрели на эту социальную угоду с точки зрения юридической, к ней нельзя придраться, но с точки зрения психологической это действительно инструмент. Ну, плюс, конечно, включился, как всегда, админресурс. И он заключался в том, что... А вот это вот мой волонтер. Да, вот видите, вот волонтер, который слева в белой вышиванке. Он сейчас баллотировался в депутаты. Это местный активист, который проводил несколько лет подряд спортивные мероприятия. У него вообще свой магазин спорттоваров. И этот человек, он действительно человек, который хочет жить в Чернигове. Вот для меня это очень важно. Если я еду в какой-то город, то я всегда стараюсь найти вот этот тот самый средний класс, который взял на себя ответственность за свой город и присоединился к каким-то там, ну, не знаю, интеллектуальным, волонтерским активностям. Вот этот человек, чье имя я же, конечно же, забыла, ну, легко восстанавливается. Вот здесь в тексте он обязательно есть. И мы... А, вот Сергей Воробьев. Вот Сергей Воробьев сейчас баллотируется от Демальянса, по-моему, от Демальянса в Чернигове. Для меня эти люди, я больше доверяю как раз-таки своему поколению, потому что многие... предпринимателям своего поколения, плюс там до 40. Потому что эти люди, как правило, если и создают бизнес, то этот бизнес, он либо профессионально основан на предоставлении каких-то качественных услуг, адвокатских или еще каких-то, либо... То есть эти люди как бы вот прошли ту стадию, когда можно было присосаться к некой государственной кормушке и таким образом создавать свою какую-то империю. То есть я на стороне предпринимателей из креативного класса. Мне кажется, что эти люди, вот за ними будущее, потому что они способны в очень сложных условиях Украины выжить, да, что-то создавать новое и плюс каким-то образом обустраивать свои города. Вот этот Сергей Воробьев, это тот человек, который из Чернигова не выйдет и до последнего будет делать все возможное, чтобы в Чернигов вдохнуть какую-то жизнь. Да, конечно. С тобой познакомились на выборах тоже на этом уровне. Я из Чернигова сама, но учусь здесь. И мне кажется, ну, что основной момент, которого не было подражать вообще из Чернигова, это момент людей. Все было слишком акцентировано на политике. Хорошее замечание. Но вот понимаешь, эти политики уехали, и этот город остался... изнасилованным. Всеми забытым. И вот не было ни одного репортажа, допустим, по поводу того, что говорили люди в очереди за гречкой. Неправда. Да. Вот смотри, вот этот репортаж, я, конечно же, ну смотри, это невозможно, такие репортажи невозможно вынести за скобки людей, невозможно. Просто возможно, лично. Но дело в том, что я тебе... Вот мое ощущение, они все схлопнулись к одному, что Чернигов воспринял эти выборы как изнасилование и как на самом деле там предательство идеалов Майдана, предательство со стороны президента. Все долго ждали, почему президент допустил такое. Вот я хочу сказать, «Украинская правда» — уникальная площадка тем, что все-таки мы очень часто быстро получаем обратную реакцию. Вот после этого репортажа, где
в общем-то, вот как бы вот эти ключевые слова, да, вот по поводу того, что да, президент и олигарх решили посостязаться во влиятельности, не брезгуя никакими средствами. Президент Порошенко, телеканал ICTV, дал, ну, может быть, не такое развернутое интервью, но, в общем-то, дал интервью по поводу выборов в Чернигове и осудил. Ну, это спустя месяц после того, как в городе раздавалась гречка. Репортаж — это действенный инструмент для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Ну, как минимум, опубликованный на «Украинской правде». Ну, вот, кстати, вот это последнее предложение, если бы его в тексте не было, вот текст бы совсем бы по-другому, конечно, читался. Потому что во многих других, у многих других журналистов, да, был вот этот переход в сторону того, что, типа, ну, это уже так смешно, это уже так абсурдно, что как бы люди стоят очень Ты знаешь, мне очень понравился Игорь Андрейченко из «Демальянса». Я не знаю, у меня есть в следующем репортаже фотографии этого молодого человека. Ему 31 год, он прошел АТО. Вот это его предвыборный штаб. Это вот к вопросу, я обещала говорить про то, как факты, детали, факты и эмоции. Вот меня очень выносило, когда я писала этот репортаж. Мне так хотелось написать, что вот как бы эти люди, ну вот Корбан, которому нужен был там статус, депутатский мандат, и Порошенко, которому нужен еще один штык в борьбе, ну, в своей политической борьбе, да, они просто нивелировали возможность дать возможность Чернигову определиться со своим настоящим депутатом, да, и человеком, который действительно там в Чернигове, ну вот Андрейченко, ты же знаешь, да, Игоря Андрейченко? Да, это молодой демальянсовец, и они там много работают, вот у них большая низовая работа. Это очень важно, потому что я каждый раз, когда меня спрашивают, а почему ты не пошла в политическую журналистику? Мне приходится объяснять, что политической журналистики в Украине нет, потому что нет политики. Политика — это когда люди самого низа вырастают, у них есть идеология, есть идеологическая борьба. А у нас получается, у нас как бы борьба финансовая, борьба за сферы влияния. И мне это не то чтобы не интересно, мне просто про это больно писать. И пару таких текстов, они меня настолько выхолащивают, что мне, ну вот как бы нет, мне не хватает энергии жить. Поэтому я свой фокус внимания держу на том, что я действительно хочу, чтобы в Украине появлялось. Это молодые предприниматели, это люди, которые думают про будущее, это активисты и настоящие политики. Вот я считаю, Демальянс абсолютно настоящей партии, которая появилась, ну, прошла стадии развития, какие должна проходить, какие прошли давно уже там демократы и либералы на Западе. Вот Воробьев, вот тоже то, что Атар спрашивал, какова вероятность того, что человек не будет вот манипулировать этими вещами? Ну, смотри, это вопрос вообще про доверие. Вот как бы всегда возможна манипуляция. Мы с тобой сейчас общаемся, и я тоже манипулирую твоим вниманием, потому что я же рассказываю про это, а не про что-то другое. Тут нужно понимать, когда ты достаточно зрелый, ты задаешь себе сложные вопросы, и на эти сложные вопросы ты не ожидаешь услышать от самого себя простые ответы, тогда ты другим людям позволяешь тоже задавать сложные вопросы, пытаться манипулировать твоим вниманием. Этого не нужно бояться. Вот мне очень нравится книга Фрэнсиса Фукуямы «Доверие». Доверие — это необходимое условие для инноваций. Потому что если я доверяю тебе, ты доверяешь ему, то мы быстрее, ну как бы наши идеи быстрее развиваются, да? У тебя есть идея, у меня есть деньги, я доверяю тебе, ты доверяешь там разработчику и так далее. Поэтому для меня не стоит вопрос, доверять или не доверять. Я очень много общаюсь с людьми и всегда очень четко фиксирую, когда моим вниманием манипулируют или когда меня используют как ресурс. В случае Сергея Воробьева просто очень быстро я считала его систему ценностей, она очень похожа на мою систему ценностей. И я примерно понимаю, где у него могут быть перекосы, да? Ну, там, какой-то фактаж, когда они говорят, ну, к примеру, я образно сейчас говорю. А вот наш мэр сделал все возможное, чтобы уничтожить завод ЛАЗ, к примеру, да? Ну,
вот такие факты, даже от людей, с которыми ты похож по ценностям, ты всегда должен 100 раз перепроверять, потому что люди, несмотря, вне зависимости от интеллектуального уровня, от развитости, мы все равно хотим все упрощать. Мы все равно редко обращаем, ну вот так, так уж получается. Как люди мы себе это можем позволить, но как журналисты мы должны все-таки возвращаться к фактам и спрашивать, скажи, а вот какой аргумент, а какой факт, а чем ты это можешь доказать? И вот когда ты задаешь такие вопросы, это тебя несколько выставляет твои кордоны и защищает тебя от манипуляции. Да. Постоянно происходили вот какие-то задуманные или наполовину реальные эти провокации, не знаю. И постоянно звонили, спрашивали, что у вас там произошло? Вас, наверное, заблокировали дорогу эти бабушки. На самом деле просто 5 бабушек в течение 2 минут ходили по дороге. И все потом звонили и говорили, у вас же люди блокируют дорогу, что происходит? Короче, вот это все перерастало реально в какой-то, шип и пошел, в принципе. Просто этому слишком много уделяли внимания, мне кажется. Ага. Смотри, но это вот, что меня больше всего возмутило в команде Корбана, это то, что они использовали всю ту русскую пропаганду, которую русские используют против нас, использовали против жителей города. И вот... Слушай, не знаю. Ага, сейчас. Це в тебе проблема якось виникла. Перезавантажую, якщо. Видишь, он уже не дает мне ничего сделать, кроме как вот так вот. Ладно, сейчас это. Можем пока вот пообщаться, да. А потом я еще. Так. Ти, по-перше, говорив про Чернігів, я хотів ще виходячи з цього штату. В своем репортаже я так и пишу, что, ребята, Чернігів стал полигоном для испытаний политических технологий. И это печально, потому что мы все, как бы, получается, кто был занят АТО, кто занят был еще чем-то, но мы, получается, что мы это допустили, потому что очень плохо этому сопротивлялись. Меня очень удивило, что вот черниговцы, это какой-то такой тест города на способность к самоактуализации, способность к саморефлексии, способность защищаться. Вот мне кажется, что не хватило черниговских журналистов, которые бы громко говорили, очень четко и быстро маркировали это явление. Потому что когда оно началось, гречка, просто это же все было связано с избирательной аналитикой, когда в штабе Корбана поняли, что вот эти месседжи не работают, это не работает, и надо просто идти раздавать гречку, тогда нужно было очень иметь громкий голос. Я вот езжу по разным городам и стараюсь всегда познакомиться с коллегами. Для меня это жизненно необходимо. Я с большим уважением отношусь к региональным журналистам, потому что я не могу сказать, что наша профессия престижна. Наша профессия престижна, но, знаете, как только подрастает какое-то хорошее поколение журналистов, способных осмысливать происходящее, эти люди, как правило, им находятся применение либо в политических штабах, либо советниками, либо депутатами. Как вы знаете, вот мы тоже потеряли нескольких бойцов, отправили на фронт парламентский. И для меня очень важно, чтобы вы понимали, что нас очень мало. То есть для Украины, где же там живет 42 миллиона населения, количество журналистов меньше, чем количество официантов в одном районе Киева. Я уверена в этом. То есть нас меньше, чем официантов, а на самом деле, без скромной ложной, не буду такой скромной, не буду. Да, вот мы мозг нации, мы должны думать, наша роль в этом. Думать, что происходит вокруг, куда мы движемся, задавать сложные вопросы. И поэтому для меня каждый региональный журналист, он на вес золота. Особенно если я вижу, что человек очень активно имеет какую-то и гражданскую позицию. И, я вот сейчас, например, у меня в Мариуполе есть такие журналисты, которые так... серьезно. Что ты имеешь в виду? Просто еще, наверное, год назад в Чернигове совсем все было печально. Здесь вот
тот же самый Кущенко с командой, они достаточно активно работали, как мне кажется. По крайней мере, они достаточно активно отзывались даже на помощь коллег, которые приезжали туда и поговорить с ними, объяснить, что происходит. Ну, то есть, как это важно. То, что я ожидала, даже как бы вышло даже лучше, чем я ожидала. Это важно. А, значит, по поводу заголовков. Да. Зауваження Маргарити, тому що вона теж журналістка теж там працювала. Насправді я бачив реакція аудиторії на десятки, на репортажі десятків різних міст. І завжди найпоширеніша реакція від мешканців цього міста. Типу, журналіст нічого не зрозумів, взяв по верхах, все не так, не розібрався. Треба було розібратися. Але з іншого боку, багато репортажистів, які тут у нас були, і які там написали свої поради, писали, що навпаки, не треба намагатися розібратися детальніше, тому що тільки ти починаєш занурюватися в місцеві подробиці, ти втрачаєш фокус. От на твою думку, де там межа, де треба припинити занурюватися і зробити репортаж достатньо панорамним, щоб не влізати в ці подробиці. І наскільки гарантовано, що людина, не влізаючи в подробиці, а описуючи тільки те, що вона там побачила на вулицях, поговорила з двома людьми, не пропустить чогось справді найважливішого для місцевих мешканців. Ти знаєш, я це називаю гелікоптер в'ю. Ну, тобто, ти завжди должен. В чем ценность репортажа, да, ты как бы читателю показываешь ситуацию не с того ракурса, с которого он привык ее видеть. И это, как знаешь, вечное подглядывание. Ты какую-то замочную скважину нашел, и обязательно там, о, сюда идите, посмотрите, а тут как бы все совсем не так. Я использую разные стратегии. Иногда можно погрузиться, иногда нужно для того, чтобы показать панораму, иногда нужно понимать какие-то глубинные вещи, которые происходили в этом городе. Потому что мы всегда этот бэкграунд, он влияет на... Наше прошлое влияет на наше настоящее, и ты никуда от этого не денешься. Просто иногда нужно вот по ним отдавать, быть ответственным в отношении, насколько это прошлое влияет. Людям, может быть, кажется, что оно влияет на сегодняшнее принятие решений, а на самом деле может оказаться, что это совсем не важно. И тут как бы все зависит от темы. Я противница того, чтобы говорить, что человек вот приедет и на месте как бы вот считает картинку и все правильно поймет. Даже ценность репортажа не в том, чтобы отобразить реальность. Совсем не в этом. Ценность репортажа, ну вот журналист, он как инструмент, да? Он приезжает на какое-то место событий. Важно не событие, важно то, как человек отрефлексировал. То есть самое важное происходит не в том городе, куда вы едете, а внутри вас, когда вы в этом городе, когда вы слышите эту точку зрения и эту точку зрения. У меня вот поездка в Чернигов у меня вызвала такое ощущение. Я говорю, что я плохо перевариваю политику, ну такую украинскую политику, потому что это не борьба идей и концепций, это борьба за ресурсы. И люди здесь ресурсы. И мне очень сложно писать на политические темы. Иногда я на них пишу, но я просто сама от них потом долгое время отхожу. Так вот, после Чернигова у меня было такое ощущение, что есть города, в которых никогда не будет будущего. Там будет, ну вот, как бы продолженное настоящее. Это меня очень сильно беспокоит, потому что я вижу, я планирую жить в Украине, и для меня очень важно... Важно общаться с людьми, которые также планируют жить в Украине. Не, ну, как бы для них Украина не ресурс. И я стараюсь этих людей всегда во всех городах как-то вот подмечать. Потому что эти люди, они обычно вокруг каких-нибудь волонтерских или интеллектуальных инициатив. Я забыла вопрос, да, почему иногда жители возмущаются, что ты понял ситуацию не так, как они... Да, эту границу... Да.
Да, иногда это, иногда репортаж делается для картинки, ну, для понимания атмосферы, да, как Тернополь. То есть я вряд ли, ну, это просто ситуация. Ты приезжаешь, а в городе все в масках. И едет премьер-министр, который говорит, что нужно больше денег на маски, на лекарства. И тут ты можешь только вот считать это, и этого достаточно. А есть ситуация, вот Чернигов на самом деле нуждается в концепции развития. И то, что сделали с Черниговым, это, вот я говорю, что изнасилование в прямом эфире. Я хотела еще одну штуку вам рассказать, очень важную. Да? Я говорила вам про интуицию, что она развивается, когда... Я считаю репортаж одним из самых интеллектуальных жанров журналистики. Он примерно такой же, как аналитика, только, может быть, еще и как бы вот поглубже. Потому что хороший репортаж, чтобы написать хороший репортаж, это нужно действительно иметь хороший метаболизм интеллектуальный. То есть тебе нужно многое переварить, понять, в чем, как бы, в чем конфликт, и найти какую-то точку зрения. Да? Смотрите, вот в чем... Когда ты много раз пишешь репортаж, то ты... всегда оказываешься в нужном месте в нужное время. Вот мне повезло оказаться как бы вот там, где блокировали опять машины, но я считаю даже не это вот своей удачей. Я своей удачей считаю, что мне случайно повезло. Я проходила в кафе, мимо кафе, и вот случайно встретила человека из Самопомичи. Это, кстати, львовянин, который родился в Чернигове, Владимир Зуб. Он занял 3-е место в Чернигове по даже вот как бы не вложив, по-моему, 400 тысяч гривен его компания стоила. Почему это важно? Потому что для меня было важно показать этого человека. Все, Маргарита отвлеклась. Мне не знаю, вот как тебя вернуть в Чернигов? Да. Я его встретила случайно. Это человек, который рассказывал мне, что вы знаете, а я не сомневаюсь, что я выиграю выборы. Это меня удивило. Я люблю, конечно, смелых. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что Чернигов очень интеллектуальный город. Ему совсем не нужна гречка. Ему вообще не это нужно. Надо, чтобы с ним общались. Вот я ходила по трудовым коллективам. Мы смотрели кино. Мы общались. Мы разговаривали. И этот человек действительно взял ну, примерно половину голосов от количества голосов, которые взял Корбан. И это вот, ну, как бы, это очень важно. То есть это маркер, это про город. Это не про политические силы. Вот я поняла твою как бы претензию, потому что это было, все репортажи из Чернигова были про борьбу политиков, а не про город. Да? А вот эта история, его история, это как раз история про запрос у города на свое, как бы вот, на свою стратегию, на вот эти вот отношения. Видите, вот человек провел, в отличие от Геннадия Корбана, который рассказывает про бедность Чернигова, Владимир Зуб предпочитает говорить о том, какие интересные черниговцы пришли на показы фильмов Александра Довженко. Вот, так что вот, да, еще есть одна такая вещь, вот я вам уже говорила про, значит, интуиция, которая вот репортерская интуиция. Когда уже закончились выборы, было понятно, что Сергей Березенко победит, примерно в час ночи я говорю, слушайте, а давайте поедем в штаб к Березенко. И вот мой фотограф, моя подруга Катя Шаповал с Хаба, журналисты с АТР, мы уже просто, как бы все уже было понятно, мы уже закруглялись и планировали ехать в Киев, и тут я говорю, поехали в штаб Березенко. И вот, значит, мы поехали в штаб Березенко и сидели, разговаривали с Дмитрием Касьяновым, это глава штаба. И вот вы видите, да, где я сижу, и я вот сижу, и в какой-то момент открывается дверь, просовывается глава, и Касьянов так по столу рукой: «Закрой дверь!» Я так испугалась, я первый раз просто, при мне так сильно кричат. Оказалось, что в это время заглядывал к нам, значит, в комнату заглядывал Сергей Березенко, то есть кандидат.
Для меня это просто, к сожалению, мы эту фотографию обнаружили только тогда, когда уже искали фотографии для иллюстрации репортажа. И вот, ну, времени уже не было, да, потому что такие репортажи с выборов, которые вы, кстати, будете писать, они, а это скоро портящийся продукт, это нужно очень быстро отписать. Вот сегодня выборы, значит, ты сходил, посмотрел, пообщался и сел и написал к утру, так, чтобы у редактора была возможность тебя уже на утро поставить. Но это вообще, вы понимаете, да? Ну, то есть, это тот самый Дмитрий Касьянов, который в первом репортаже очень нахваливает Сергея Березенко и рассказывает про то, как он ездил, ездит, встречается с людьми, какой он душевный человек, отец троих детей, и при этом, когда вот выборы закончились, ну, просто вот это отношение к человеку как к ресурсу, потому что я не знаю, что меня бы сподвигло кричать на кого-то «закрой дверь». Ну, понимаете, да? Это хорошая была деталь. Так, ну, в общем, да. Я назвала этот текст. Вообще, я всегда начинаю писать тексты. Может быть, другие коллеги скажут вам что-то другое, но вот я пишу тексты всегда с заголовков. Потому что для меня я всегда придумываю сначала заголовок, а потом пишу текст. Вот для меня это такая привычка. Я ее натренировала, и пока я не придумаю заголовок, мне сложно написать. Вот когда заголовок есть, я уже пишу. «Битва хищников с парнокопытными». Почему я назвала этот заголовок, почему репортаж назвала так? Потому что команда Корбана, Геннадия Корбана, они действительно вели себя как хищники. Они были очень агрессивны в своей информационной политике. А парнокопытные — это блог Петра Порошенко, потому что, знаете, как парнокопытные защищаются от хищников, они просто ходят стадом. Вот на эти выборы почти вся фракция БПП съехалась в Чернигов. Поэтому это была такая битва хищников с парнокопытными, как в природе, вот, к сожалению. Да, тут есть две версии. Нет, это просто, честно говоря, я говорила уже сегодня, что наша редакция, она двуязычна. И мне пока еще сложно писать на украинском. Я вот пишу по-русски. Но у нас есть украинская, российская версия. И всегда на главной, всегда украинская версия, украинские заголовки. А у нас просто, по-моему, тексты не переводятся. Честно говоря, я бы читала, но просто не всегда хватает времени. Вот. Но я хочу перейти на украинский. Мотивация яка? Ага. Но политика сайта касается только новостей. Вот и в русской, и в украинской версии та версия, которая есть, ну, первичной. То есть мы не переводим тексты, статей очень много. Мы переводим только новости, а с русского на украинский. Вообще, честно говоря, вот я с большой благодарностью отношусь к «Украинской правде», потому что я перед моим компьютером висит портрет Георгия Гангадзе. И я каждый раз думаю, что «Украинская правда» — это такое издание, которое, возможно, было... Ну, его сложно представить. То есть мы не принадлежим никаким олигархам, и у нас структура доходов — это там гранты, и наши, у нас больше миллиона читателей ежедневно. И вот эта высокая степень ответственности, я такого нигде не видела. То есть в «Украинской правде» действительно есть высокая степень ответственности. Люди, правда, очень сильно переживают о том, чтобы быстрее это сказать. Об этом нужно говорить, и об этом нужно говорить. И иногда у нас есть опечатки, у нас иногда есть ошибки, даже фактические ошибки. Но почему нам, ну, как бы, почему нам это прощают? Потому что в основе
наших ценностей есть вот эта ценность, да, служения. Вот я считаю «Украинскую правду» настоящим медиатором социальным, да, ресурсом, который проявляет разные точки зрения и дает всем возможность высказаться. Когда я пришла после журнала работать в «Украинскую правду» и стала возвращать тексты, потому что они плохо написаны, на меня, Галя, ты ж просто с таким ужасом: «Что ты делаешь? Это же важные тексты! Верни их обратно! Сама перепиши!» И окей, у нас есть иногда тексты, которые написаны плохо, криво, но они всегда о важном. Но вот иногда бывает так. Хотя мы стараемся общаться с нашими ключевыми авторами. Я вам могу сказать, работая на таком большом ресурсе, я испытываю колоссальную нехватку думающих журналистов. И я готова вкладывать свои усилия, но я так вкладываю в одного, в другого, в третьего, а потом они как-то раз, и вот все как-то растворяются. Ну, все-таки журналистика — это не для слабаков, я вам скажу. Ну, то есть можно там, умея писать, можно уйти, найти себе применение в Украине. Но Ми мусимо перетравити цю думку. Давай. Ми мусимо зараз зробити перерву.